Вот уже на протяжении нескольких лет Сибай с замиранием сердца следит и болеет за Зарину Исламову, спортсменку по тайскому боксу. А она радует нас новыми достижениями. Недавно девушка одержала уверенную победу на профессиональном турнире по муай-тай в Бангкоке. Как говорит сама Зарина, тренировки перед боем проходили очень плотно. Она упорно готовилась побеждать. Проходила 2 месяца подготовку в Таиланде, в городе Бангкок, вместе с командой Руслана Кривуши. В легендарном зале Сесонг Пинонг Муай-Тай тренировалась, усердно готовилась к первому своему дебюту по профессиональному бою, который состоялся в августе. Удачно выступила, выиграв в 3-м раунде досрочно соперницу. Соперница была из Таиланда. Второй профессиональный бой Зарины состоялся на одном из легендарных стадионов Раджадам Нёрн с чемпионкой Австралии. Были свои сложности, больше, наверное, вес. Первый раз для себя. Попробовала категорию другую весовую, 51 килограмм. С гонкой веса была сложной, казалось, не будет сил. Все. Были моменты, приболела, иммунитет на этом фоне подсел. Вот. Но все было хорошо. Вес сделала, взвесилась, восстановилась, вышла на бой, показала все, что умею. Уверенно забрала все 3 раунда, довольна боем. Зарина уже не в первый раз принимает участие в крупных соревнованиях, но именно этот бой оставил неизгладимые впечатления. Очень понравилась атмосфера боевая на RBC-стадионе в Раджадам Нёрн. Большая зрительская поддержка. То есть вот я боксировала, каждое удачное попадание, то есть ты слышишь, начинают люди кричать, и заряжаешься от этого. Мне очень понравилось, и хочу еще. Также спортсменка отметила для себя огромную разницу между любительскими и профессиональными боями. Новое, наверное, то, что все-таки есть разница. По любителям, любительский вид спорта и профессиональный вид спорта. Профессиональный вид спорта мне понравилось, потому что все удары чувствуются. Вот след, отпечаток на память после боя. Ну классно. Другой уровень. Зарина Исламова не упустила возможности поблагодарить всех, кто хоть как-то поспособствовал ее профессиональному пути в спорте. Благодарю всех зрителей, которые болели за меня, переживали. Читаю комментарии, уже находясь там в Бангкоке, видела комментарии, очень приятно, столько поддержки, вообще неожиданно. Хочу выразить также благодарность моим тренерам Яндавлетову Батыру Хусейновичу, Гаврилову Александру Сергеевичу за поддержку, за наставничество и директору спортшколы Ришату Аликовичу. Конечно, девушка не собирается останавливаться на достигнутом. Дальше она планирует принимать участие в турнирах как любительских, так и в профессиональных. Она уже начинает готовиться к чемпионату России по тайскому боксу. Пожелаем ей удачи и новых побед. Александра Лебедева, Алина Мухарямова, Богдан Рязапов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.